30 апреля 2023 года. С днем жен мироносец. У нас такая тишина сейчас в центре. Ну, люди только в магазин ходят. У нас сегодня еще один праздник. У Алекса сегодня День Ангела. С днем Ангела! Спасибо. Нет. Ну, в центре пока тихо, не знаю. На окраинах вроде, на трудовских опять стреляют. Посмотрим, что дальше будет. Друзья, вот улица Тимура. Мы приехали немножко помочь людям. Как раз и все окна выбиты. И прямое попадание сюда, да, в сарай. Ага. Окна внутри там. Понятно. Ходить, хрен его знает. Она говорит, один рыб был в воздухе, а второй вот сюда прилетел. И непонятно, есть тут, как говорится, эти. А вот осколки мы уже видим. Вот они. А если не разорванный снаряд, еще неизвестно. Подождем, наверное, МЧС. А, вот еще один прилет на улицу Энгельса. Ой, это как улица Тимура. Тимура. Да, вот получается попал в ветку. Вот это, наверное, вот. Ну, это, наверное, видите, осколки. Тут везде, он в воздухе разорвался. Снаряд в воздухе разорвался. И часть вот здесь, часть здесь. А также вот, вот, скорее всего, вот в обветку, а вот эту. Он срикошетил, вот видите. Здесь. Но она ушла глубоко, потому что здесь у меня больше недели канализация текла с Вахрушева. Через вот этот двор. А, сюда. Все она туда залезла. Да. А получается вот осколки. Ага, вот. Там, по-моему, тоже нет окна, но туда не залезть. Да, вот такие дела. У меня, короче, весеннее обострение. Если кто-то помнит, у меня здесь, короче, стоял, ну, какой, ну, такой вот шкаф. Ну, только вот эта вот средняя часть, она развалилась, кедрени фени. Вот, и я ее снесла. Короче, я ее разломала. Мой мужчина вынес это все в подъезд. Не знаю, куда это пододевать, я посовещаюсь. И добрые люди помогли мне приобрести полочки. Вот три полочки здесь, и еще три полочки в нашей комнате будут там. Алекс, книжки уже просто не помещаются никуда. Я их вот заперла туда. Криво, конечно, но так они устойчиво стоят, потому что оно с собой друг с другом ничем не соединено. Вот. Книги, они вон там на лоджии. Завтра еще запру туда книги. Надеюсь, ничего не развалится. Будет красота. И в нашей комнате там теперь еще будет полочки. Правда, они же получатся выше фортепиано. Ну, посмотрим. Может, я одну полочку куда-то на шкаф запру тоже. Прям красота. Теперь надо еще лишнее поддавать. Вообще было все красиво. Вазу туда вам пришлось запереть под самый верх. Так у меня еще надо эту. Там еще икона эта стоит. Она такая тяжеленная. Короче, не знаю, может ее туда на шкаф запереть. Тут одна стоит, тут там наверху. Но я их так боюсь вообще трогать. Тут вообще ходишь, боишься отдохнуть, чтобы на тебя ничего не свалилось. Потому что шкафы-то старые, они все разваливаются. Особенно вот этот. Не, она, называется, сидела, он вот так уже был. Типа... Да, кстати, я только это, верхнюю часть сняла, там оттуда стащила. Ну вот она там же на двух чопиках держалась.
И эта нижняя часть и развалилась сразу просто. А это у меня оккупант, видите? Вот я себе вот положила, вот тут я, тут это мое рабочее место. А это у меня пришел оккупант. И он постоянно вот залазит за вот эту вот, тут же, ну, стол раздвигается. И он постоянно, вот видите, вот он оккупировал уже вот. Вот здесь вот уже оккупант, все. Он выселяет просто маму. Скрипка ждет, Алекс. Вон она, Тама. Да, Тама, Тама она ждет. И плачет горькими слезами. Надо работку работать. Кошмар, только сняли вот это вот чудо. Оно вот так.